Сахалинских горняков поздравили с их профессиональным праздником. Масштабные гуляния прошли в Углегорском районе. На главной площади Шахтерска собрались больше 4000 человек. Восточная горнорудная компания вновь организовала масштабный праздник. Подробности у Виктории Гартовановой. Для маленьких горожан это всего лишь аттракцион по добыче твердого топлива. Для Виктора Пикалова – напоминание о рабочих буднях. Он 40 лет отдал угольной отрасли. На праздник пришел с женой. Он уже давно стал их общим, семейным. Это же наш праздник. Замечательно, понравилось. Все, отлично. Уха, ведущие, молодцы. Для города Шахтеров день Ша почти как день Икс. Здесь его ждут целый год. На Сахалине Углегорский район самый угольный. Именно на Солнцевском разрезе получают львиную долю твердого топлива в регионе. Есть чему порадоваться в этот праздничный день. Отрасль развивается очень динамично. 20% в год. Это рекордные показатели в сравнении с другими отраслями. Здесь даже уха особенная. Готовить помогали все. Овощей понадобилось много, на 200 литров. Последний ингредиент – уголек. В шахтерскую уху добавляет Валерий Лимаренко. В уху опускается головешка. Внимание! Слабонервных, прошу отвернуться. А после, конечно, дегустация. Отлично, очень вкусно. Прям как надо. Некоторые участники от ухи воздержались. Не потому что невкусно. Впереди у них серьезное гастрономическое испытание. 4-й чемпионат мира. Фирменная фишка праздника – соревнования по поеданию тормозка рабочего завтрака шахтера. Финал проходят только самые сильные и самые голодные. Бутерброд настоящих мужчин толщиной 35 миллиметров и больше. Его едят на скорость. В финальном туре тормозок нужно приготовить самому и осилить целых 3. Максим Дунов даже не ел перед соревнованием. Он уже выигрывал 2, победил и теперь. Троекратному чемпиону вручили кубок и сертификат на 50 тысяч рублей. Говорит, дело не в технике. Весь день был одним большим праздником. Гостей развлекали в режиме нон-стоп. Работали интерактивные площадки, а вечером перед гостями выступили приглашенные артисты и коллективы. Рекордсмены Гиннесса и чемпионы мира Калуцких и Четверкин, дуэт Comedy Club «Сестры Зайцевы», скрипичное шоу «Виплей» и другие. Ну а точку в празднике поставили яркие залпы салюта. Виктория Гартованова, Игорь Николаев, «Вести», Сахалин, Курилы.